отель Пулман Каллак. 5 звезд. Так вот выглядит ресепшн отеля. Там находится магазинчик. Справа находится главный ресторан. Waiting Room называется. Здесь проходит завтрак, обед и ужин. Пойдем посмотрим, что из себя представляет завтрак. Здесь находятся овощные соки. Территория отеля довольно-таки небольшая, но очень уютная. Отель расположен буквой П. В середине находится главный бассейн, к которому мы сейчас подойдем. Здесь находится спа-комплекс. Вот он уже, главный бассейн начинается. Душевые. Здесь находится бар у бассейна. Номера первых этажей имеют свои выходы в бассейн. Thank you.
Здесь находится детская комната, детский бассейн, мини-аквапарк. Проходят занятия с детьми. Есть детская площадка. Здесь еще один детский бассейн с маленькой горочкой. Фитнес-зал. Поле для мини-футбола. Вечером здесь натягивают экраны, показывают мультики для детей. А мы идем на пляж. Пляжный бар еще закрыт. Здесь можно взять полотенца пляжные, можно взять на прокат лодочки, серфы, сапы. Здесь еще один бассейн. Совершенно шикарный пляж. Протяженностью не знаю сколько километров. Пляжный бар, который открывается ближе к обеду. Здесь можно заказать напитки и перекусить. Еще один бассейн с видом на море. Здесь можно взять водичку. Здесь можно взять массаж, который будет стоить дешевле, чем в спа-комплексе. Вот так выглядит пляж в отеле. Здесь они забили такие вот бревнышки, как берег укрепления типа. А так заход в море шикарный, поводий, мелкий песочек. Пляж просто супер. Так, бар начинает работать только с 12. Пойдем посмотрим, что же там нам предлагают. Во-первых, на пляже
есть свежая водичка, можно взять в стаканчик, попить, и носить с собой бутылку воды. Все продумано, в общем-то. Есть два меню, один инклюзив, другой обычный за денежки. Так, это то, что обычное. Такие цены. То же самое. То же самое. О, инклюзив. Так, что нам тут предлагают? Ну, соки, коктейли, пиво, водка, джин, ром, текила, виски. Вот, в общем-то, так. Сам бар. Можно посидеть. Тут детский бассейн. Вот такой вот у нас огромный номер. Душевую от номера ограждает лишь вот такая вот тюль. Огромная просто душевая. Постоянно пополняемые. Шампунь, кондиционер, гель для душа. Здесь жидкое мыло, лосьон, фен, полотенчики, туалет. Огромный телевизор, русских каналов нет, но есть YouTube, который элементарно подключается к телефону и можно смотреть, что захочешь. Порадовало, что розетки есть евроразъем и есть сразу USB разъем. То есть вообще переходники никакие не нужны. Все замечательно. Есть мини-бар, но он платный. Система все включено, он не входит. Водичка вот эта бесплатная, она пополняется ежедневно. Есть чайник. Здесь полка для обуви. Сейф. Зонтики. Все номера имеют одинаковый вид на бассейн центральный. Вот такой вот вид с балкона. Там море. На балконе присутствует мебель и сушилочка. Здесь тоже полочка, зеркало. У нас обед, по системе все включено. Сначала сладости с
скоро Пасха, поэтому крашеные яйца. Что-то поели. Такие десертики. Так, там хлеб. Такая нарезка. Сыры. Помидорки. Дальше что у нас тут? Салатики. Капуста. Что-то из ананасов. Так, следующий стол. Что у нас? Соусы. Какие-то тут роллы. Лепешечки. Девушка стоит, которая записывает. Попрошу. Мороженка. Орешки всякие наполнители. Очень мороженое сегодня только одно. До этого было 4 вида. Так. Что нам предлагают на обед? Макарошки с курицей. Целое блюдо креветок. Супчик из тыквы. Крем-суп. Дальше что у нас? Капуста какая-то жареная, тушеная. Так, тут что у нас? Рыба в соусе. Ну, понятно. Риц. Тут курица в соусе. Что еще? Тоже какая-то капуста тушеная с колбасой. Какая-то вкуснятина, овощи с мясом. Так, а тут что? Свинина с овощами острая. Ну вот, в общем-то, обед. Также есть кофе, можно попить. Пожалуйста, на выбор капучино и латте. Чай. Фрукты. Ну, в общем-то, так же, как на завтрак. Драконов фрукт. Так, что тут? Вот. Дынька. Ну, и арбузик. Ну, вот так вот проходит обед.